Позорное поражение потерпели чиновники Министерства обороны в Одесском апелляционном суде. Хотя правильнее будет назвать позорным уже сам иск военного ведомства. Чиновники в погонах пытались выгнать на улицу женщину с дочерью. Одесский апелляционный суд поставил точку в деле, тянувшемся 4 года. Министерство обороны объявило войну супруге бывшего военнослужащего Ольги Дударь и ее тогда еще несовершеннолетней дочери. Чиновники в погонах, как им казалось, нашли законное основание для освобождения 18-метровой комнаты в общежитии. Если вы потеряли формальную связь с армией, пожалуйте на улицу и живите хоть под кустом. И такое отношение к людям в Одесской военной академии не случайность, а правило. Недавно в аналогичной ситуации свои права удалось отстоять другой женщине с ребенком. В данном случае военные прокололись из-за элементарной юридической безграмотности. Общежитие, которое они считали своей собственностью, оказалось незарегистрированным за министерством. То есть фактически бесхозным. Академия им только пользуется. Суд первой инстанции стал на сторону Ольги. Министерство обороны и военная прокуратура подали апелляцию. На днях прокуратура спохватилась и отозвала исковую жалобу. Очевидно, там поняли, во что ввязались. Минобороны упрямо требовало выселения. Было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы и оставлено в силе решение первой инстанции. Мы считаем такое решение апелляционного суда законным, аргументированным и считаем, что наконец-то правосудие на нашей стороне. Надо отдать должное коллегии судей. Они приняли решение не только по закону, но и по справедливости. Отказать Министерству обороны непросто. Ну, довольно, что все-таки эти круги ада уже пройдены, как бы, и решение принято в нашу пользу. Вот. Оснований, я не знаю, за эти 18 квадратов борьба вся шла всего лишь одной комнаты. Ну, я даже не знаю, что сказать. Я довольна сейчас нынешним решением, и то, что можно вздохнуть спокойно. Министерство обороны может подать кассацию в Киев. Но после того, как военная прокуратура отозвала свой иск, у кабинетных командиров нет шансов выиграть дело. А вот опозориться защитники Родины рискуют на всю страну. Не подобает полковникам и генералам воевать с двумя беззащитными женщинами. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».